I'm just curious what you think about that five. Now, I'm looking at two main classes, how you see it. Говорил, что вы думаете о бою? Когда вот на два веса поднялся? Честно говоря, даже вот сейчас можно порассуждать. Даже сразу на ум, то есть вот подготовленно я не могу ответить, на что я думаю. Да я вообще ничего не думаю. Я думаю, это хорошая ситуация больше для Ковалева, так как у него действительно был хороший оппонент, то есть хорошо он сумеет заработать. За канал разговаривать не хочу. Well, hard for me to answer because I wasn't thinking about this though, but now kind of start thinking about this. Well, I think this is a good situation for Kovalev because Kovalev would have a good opponent, he can make some money. As far as Canelo, I don't even want to discuss him at all.